Коллеги, по вот свежим данным, которые поступают от наших военных, то оккупанты в самое ближайшее время, а возможно уже сегодня ночью, будут наносить тяжелые удары по предприятию «Азовсталь», используя при этом такие боеприпасы, как ФАБ-1000, ФАБ-3000. И сложность в том, что по некоторым данным в убежищах «Азовстали» сегодня до сих пор находится очень много мирного населения. Есть информация, что их там порядка 1000 человек, среди них также множество детей. И военным, по сути, ну, нет никаких возможностей этих людей сегодня оттуда эвакуировать. Если действительно российские оккупанты применят такое тяжелое вооружение, то под угрозой будет вот жизнь вот этого большого количества мирного населения.